Депутаты изучат общественное мнение о смертной казни. Для этого создана рабочая группа. О практике применения исключительной меры наказания парламентарии говорили сегодня с европейскими коллегами. В Палате представители приняли немецкую делегацию. Шла речь о национальном плане по правам человека. Он рассчитан до 2019 года и охватывает темы, которые напрямую увязаны с сотрудничеством Беларуси и Совета Европы. Мы можем только приветствовать принятие этого плана. Важно, чтобы те действия, которые в нем прописаны, были претворены в жизнь. Еще один важный вопрос, который мы обсудили, касается смертной казни. В целом, я довольна этой встречей. Надеюсь, диалог с белорусскими коллегами по этой теме продолжится. Вопрос очень чувствительный для Республики Беларусь. И сегодня мы заняли позицию достаточно широкого обсуждения в гражданском обществе. Потому что, как мы с вами помним, по результатам референдума 80% граждан Республики Беларусь проголосовали за сохранение смертной казни. Парламентские слушания по вопросу отмены смертной казни хотят провести уже в следующем году. Ожидается, что к обсуждению подключатся политики, эксперты и общественность.